вечер, дорогие друзья! Сегодня 6 марта, мы находимся в прекрасном ресторане «Вечерний Баку», и сегодня здесь зажигательная, блистательная вечеринка, презентация клипа Пьера Нарцисса и Юлии Черновой, а также день рождения Пьера Нарцисса, мы его поздравляем с днем рождения. Вокруг меня много звездных гостей, популярных людей, и рядом со мной один из них – это Евгений Холмский, золотой голос группы «Турбомода». Добрый вечер, Евгений! Добрый вечер всем, дорогие друзья, добрый вечер. А, слушай, как ты запоминаешь? Лена, давно не виделись просто. Да, вообще. Женя, скажи, как у тебя впечатления о сегодняшнем вечере? Слушай, ну мы только зашли сейчас, меня уже обступила куча коллег, не успеваю со всеми пообщаться, все настолько насыщено. Вот что даже вот раз, два, три, четыре уже кто-то сфотографироваться, с кем-то что-то обсудить, какие-то рабочие моменты. Поэтому вот, еще пока не, вот. Не часто встретишь, да, такие? Насыщенный вечер, насыщенный, да. Учитывая, что у нас еще был концерт до этого. Да, и куча дел, и поэтому сегодня день очень такой продуктивный. Очень мощная энергетика. Женя, расскажи, пожалуйста, поклонницам о ближайших планах, концертах. Ты знаешь, мы вот только несколько дней назад вернулись с тура по Нижегородской области. Вот завтра будет концерт, съемка, потом вечером концерт в Подмосковье. А утром я улетаю, по-моему, в Чебоксары. А в Подмосковье где? Железнодорожный. Девушки, торопитесь уже. Да, обязательно. Завтра в преддверии праздника, но практически мы будем выступать в 12 ночи. Но считаю, уже 8 марта. Да. В общем, насыщенный график. И что мог бы пожелать девушкам к 8 марта? Дорогие мои красивые, прекрасные, замечательные, милые девушки, хочу пожелать вам, чтобы вы всегда светились таким светом нежности, женственности, искренности, какой-то такой, радовали, во-первых, нас, мужчин, да, с нежностью, лаской, заботой, добротой. И самое главное, чтобы все это было вот для того, чтобы мы взяли копье и пошли на мамонта, и принесли его домой. Чтобы захотелось нас завоевывать. Вот так, девушки, с 8 марта. Я бы не сказал, чтобы завоевывать, чтобы именно вот для вас мы совершали подвиги. Больше слов не нужно. Женя, огромное спасибо за интервью, творческих успехов и отличного вечера. Все, спасибо вам большое. Пока-пока.